разменять для человека 50 гривен по 5. Итак, в чем суть игры? Правило следующее. Играем мы 10 минут. После 10 минут игра заканчивается. И мы подсчитываем, у кого больше денег. Задача игры найти, собрать больше денег. Как вы будете их собирать? Запрещается в игре молчать и просто стоять как столб и ждать, пока вам дадут деньги. Такого не произойдет. Во время игры вы взаимодействуете. То есть вы образуете с кем-то пару, и первое, что вы говорите, дай денег. Кто первый сказал, тому и должны дать деньги. Это понятно? Денег, дай денег. Да, но человек, который не успел первый сказать «дай денег», он может тянуть время. Он может рассказывать о том, какой трудный период в жизни, что деньги на дороге не валяются. Я не знаю, вы наверняка знаете, что сказать. Но денег вынужден дать все равно. То есть неважно, через какой период времени, но должен отдать этому человеку деньги. Как только вы получили деньги, вы образуете другую пару с кем-то. И опять же, кто первый скажет «дай деньги», того и дает. Это понятно? Все остальное на ваше усмотрение. Больше ничего не скажу. У всех есть трофеи? Да? А мы парами потом меняемся? Все время меняем пары. Чем больше денег собрали, тем лучше. Поехали. Я нашла. Я нашла. Я нашла. Я нашла.